прозвучал гимн. Набор игроков. Видели вы стартовый состав на экранах своих телевизоров, мониторов. Звучит стартовый свисток, и борисовчане начинают. Итак, давай. Гвилья бьет из-под перекладины, достает этот мяч голкипер Гомеля. Блестящая игра Борис в арене, поэтому атмосфера такая футбольная очень даже. Абсолютно один оказался игрок в белой форме. Кто это был? Это номер 9. Максим Володько. Тут же он находит Гордичака. Какое же большое пространство перед Михаилом. Пас там Гвилия. Будет гол. Нет, Асмин. Великолепен. Великолепен Дмитрий. Едва не ошибся, но тут же свою ошибку исправил. Хорошая передача от хорвата на противоположный фланг. Такие защитники Баты нужны. Как же сейчас Иванич хорошо сыграл. А вот Гордичук не очень. Мяч вроде катился так, знаете, повольно, если говорить. Седьмого номера. Драгун. Родионов. Родионов умеет получать, разворачиваться и отдавать на Гордичука. Удар и 1-0. 31 минута матча. Вот она связка Родионов-Гордичук. Вот посмотрите, на кого сейчас Гордичук показал. На Виталия Родионова. Он сказал, ты все сделал, мне оставалось попасть в ворота. Платили мешок и еще тележку. В этом сезоне им не часто удается вдвоем находиться на газоне. То у Виталия Родионова повреждение, то дисквалификация. Желто-синие. Драгун. Иванич, Драгун. Хорошо сейчас взаимодействуют борисовчане. Мирко Иванич. Кто будет замыкать? Ах-ха-ха-ха-ха. Чуть-чуть не хватило в этой атаке снова. Но... Ошибается. Форвард Батэ. Афа Аква. А вот это Валерьян Гвилью это подарил момент для Гомеля. Батищев. Опрометчивая передача. Гордичук. Родионов. Гвилия. Одним касанием на Мирка Иванича. И здесь может быть интересно. Здесь 4 на 3. Гвилия. Иванич. Ай-яй-яй. Мирка, нужно забивать. Удар и гол 2-0. 44-я минута матча. Вот это красота. Вот это взаимодействие игроков Батэ. Ну, сейчас... Знаете, видно, что и исполнительское мастерство на уровне, и техника. Вот это ответ Гомеля. Аква, Аква! Не попадает здесь. А, и как же он не забивает сейчас? Это кто? Это Евгений Яблонский, герой. Начинает гомельчане. Диксон Аква впереди. Максим Володько. Сам идет Макс. И бьет. Ох, как хорошо пробил. Такое впечатление, что мяч рядом с девяткой пролетел. Гости в этой атаке. Родионов хорошо здесь отработал. Родионов. Удар Виталия. И гол 3-0. Блестящий выстрел у профессора от штанги. Где-то я это уже видел. 59-я минута матча. Так, тоже рикошетом. Прямо на ногу Мирка Иваничу. Гвили этот мяч подбирает. Стасевич будет бить, Игорь бьет. Ай-яй-яй, что ж ты будешь делать? У Аснина прям беда с этими дальними ударами. Сколько он уже сегодня перед собой отбивал только что. Ой. Чмыриков. Аснина. Ну и посмотрите, как борисовчане бегают до последней секунды. И свисти Дмитрий Доля. Это значит, что этот матч завершен. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что смотрели эту трансляцию в интернете на телеканале.